Удивительно, как сильно на нас порой влияет присутствие другого человека. Я уверен, что многим из вас знакомо чувство спокойствия и безопасности, которое можно почувствовать, находясь рядом с определенными людьми. Это может показаться невероятным, но присутствие другого человека может даже спасти жизнь. История, которую я хочу вам рассказать, доказывает, насколько сильной может быть связь между людьми. Поступок медсестры вошел в историю благодаря тому, что она спасла жизнь умирающей новорожденной девочки, положив рядом с ней сестру-близняшку. Все началось 17 октября 1995 года, когда в одной из больниц штата Массачусетс появились на свет сестры-близнецы Кири и Бриэль Джексон. Однако начало их жизни было нелегким. Так как они родились на 12 недель раньше положенного срока, близнецы весили всего по одному килограмму. После рождения их поместили в отдельные инкубаторы. Состояние Кири быстро улучшилось, и она набрала вес, чего нельзя сказать, об ее сестре Бриэль ей было трудно дышать самостоятельно, ее лицо было синюшным, и она часто плакала и кричала. Через несколько дней состояние Бриэль стало ухудшаться. Медсестра детского отделения реанимации Гейл Каспарян сделала все возможное, чтобы помочь малютке. Она самостоятельно брала ее на руки, нянчила и позволяла делать то же самое отцу Бриэль. Она заворачивала малышку в одеяло, чистила ее крохотный нос и пыталась успокоить, однако все попытки были тщетными. Однажды Гейл вспомнила то, о чем она когда-то слышала в Европе. Это было действительно против политики и правил больницы, но Гейл так сильно переживала за ребенка, что решила попробовать. Она поместила Бриэль в инкубатор, в котором находилась ее сестра Кири. Почти сразу Бриэль прижалась к Кири. Бриэль, которая находилась в очень плохом состоянии, немного приободрилась, ей стало легче дышать, ее непрекращающийся плач наконец стих, а лицо приобрело здоровый цвет. В последующей неделе, пока Брель оставалась рядом с Кири, ее состояние неуклонно улучшалось. Фотографу из местной газеты удалось запечатлеть особый момент в жизни близняшек, который всегда будет оставаться знаковым. Произошло настоящее чудо, когда медсестра положила к умирающей девочке ее сестру-близняшку. Сейчас они уже взрослые люди, а когда-то, совсем крошечные, они вместе смогли пережить тяжелое начало их жизненного пути, память о котором сохранилась на фото. Этот снимок сестер, обнимающихся в инкубаторе, привлек большое внимание средств массовой информации. Позже фотография быстро распространилась в интернете и даже попала на обложку журналов Life и Reader's Digest. Внимание средств массовой информации к родителям девочек, Хайди и Полу Джексону, стало таким назойливым, что в какой-то момент им пришлось сменить номер телефона. Абсолютно все хотели знать о близняшках. Для больницы это был первый подобный опыт, за который Гейл Гаспарян получила высокую оценку руководства. Нельзя разделять близнецов, подумала Гейл и сделала правильный поступок. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.